Эпохиты связаны у меня еще детские воспоминания. Мне посчастливилось встречаться с Любовью Егоровой и Карлотой Дзамбелли. Обе эти прекрасные балерины танцевали за главную партию в постановке Мариуса Петипа в начале прошлого века. Но это были всего лишь воспоминания, обрывки. Для большинства профессионалов и любителей балета Пахита осталась, пожалуй, только знаменитым гран-па. Меня буквально преследовало желание увидеть Пахиту целиком, поэтому я решил ее воссоздать. Мне повезло. В Германии я нашел довольно подробное описание мизансцен, но цельной, связанной истории все же не было. Поэтому мне пришлось добавить свои собственные элементы, пантомимы, без которых романтический балет был немыслим. Я надеюсь, что российский зритель сможет понять и ощутить в нашей работе очарование шедевра великого балетмейстера.